Спасибо, что подвезла, любовь моя. Да как два пальца, увидимся в пять. Не голос, песня. Оу, вон моя рабочая жена. О, та самая рабочая жена. Да, я познакомлю вас. Брит. Шада, привет. Эй, привет, я так соскучилась. Я давно хотел познакомить тебя с моей Элли. О, боже мой, Элли, привет, я так рада с тобой познакомиться, так много тебя слышала. Да, он только о тебе и говорит. К слову говоря, а где мои утренние чмоки? Нем. Что это было? Где? Ты засосал ее? Ну да. Она тогда еще вопросик, а ты не подохренел ли? Так это же моя рабочая жена. Ну так и что с того? Извини, я... а что не так? Я твоя жена. Эти дни, да, Эль? Да, но сейчас не об этом. Ты поцеловала моего мужа. Но ведь это и мой муж тоже, мой рабочий муж. Это так не работает. Но наш сертификат о браке с тобой не согласится. Вы что, женаты? Да, я рассказывал тебе. Да хрен там, это вообще законно. Ты не рассказал про корпоративную церемонию венчания? Да, я рассказывал ей. Да я рассказывал тебе. Ты охренел, долбач? Я же говорил тебе, что у меня появилась рабочая жена. Рассказывал про свадьбу. Что? Я думал, ты угораешь. Мы что, только вернулись с медового месяца. Да что ты, черт возьми, такое несешь? Да вот не заливай, я с твоей карточки заказывал билеты на Фиджи, на медовый месяц, с которым мы ездили. Да я думала, что это подарок на нашу годовщину. Я думала, вы ездили в командировку. У нас что, тоже бывают годовщины? Это просто трындец. Все знают, что термин «рабочая жена» — это просто трюк с сиськами на работе. Я не знаю, что такое газлайтинг, но, возможно, сейчас он. Я был как открытая книга с первой минуты нашего брака, а ты сейчас в чем-то меня обвиняешь? Открытые книги не трахают баб на стороне. Да я же даже рассказал тебе про ипотеку, которую мы взяли вместе. Ипотека, ладно, а вот сиськи, которые мы мне сделали, таскать тяжеловато. Стоп, то есть ты сделал ей две сиськи в то время, как я с одной хожу? Чего еще я не знаю? Эй, малой, что ты? У вас сын? Да, но это наш рабочий сын. Третий. Растет быстрее, чем огурцы на грядке, да, малыш? Большой, как ты любишь. Слушай, давай поговорим об этом потом, дней через семь. Ты сейчас не в адеквате, я понимаю, потом. Я рад, что вы наконец-то познакомились. А ты сиськи не такой уж и кайф, поверь мне. Да пошла ты нахуй.